Здравствуйте. Привет всем! Вы на канале Leonardo the American Boy. И куда мы приехали? Мы приехали в наш любимый fast food. Вот Toyota. Да, мы сейчас на Toyota приехали. Закрывай двери. Мы на улице сидим, да? Нет. Посмотрим. Итак, let's go. А вон, да, правильно, там тоже Toyota Prius, правильно, и вон еще одна Toyota, короче, куча Toyota. Мы в городе, каком мы в городе, Лео? Мы в Bay Area, Marine City, In-N-Out. In-N-Out, как я говорил, славится своими натуральными продуктами, несмотря что это fast food. Здесь нет ни одного морозилки, то есть еда очень свежая. Да, мы сначала моем ручки. Лео заходит сюда. Он же мен, он же мужик. We would like to order 4 cheeseburgers. 4 cheeseburgers. Would you like onions on them? Yes. So I have 4 cheeseburgers, 2 animal style, extra lettuce and tomato. Yes. The other 2 with regular onions. Yes. 2 fries, a coffee, and a chocolate shake. Yes. Your total will be $19.64, please. Thank you, sir. With the speaker here? For here. Мы только что заказали нашу любимую пищу. Нам вышло $20. На четверых, на пятерых. Yes, number 4, sir. Thanks. Ты готов кушать? Что? Что? А, разлил что-то? Yes, 91, please. 91. 91. А у нас какое? Мы номер 4. Скажи 4. 4. Нам еще... Сколько там? Нам еще 15 номеров ждать. А здесь только много людей кушают. Такие классные бургеры. Столько людей заказывают. Все кушают. Итак, воду набираем здесь. Конечно, мы можем набрать все, что угодно. Да, мы можем все, что угодно набрать, но у нас же совесть есть. Вода. Мы заплатили. То есть вода бесплатна, поэтому нам дали просто воду. Но что мы делаем? Мы часто ложим лимончик в воду. И этим займусь я. Lemon. Хотите сахар? Сахар, вот. Сахар — это sugar. Я знаю, что сахар. Итак, наш номер назвали, пойдем. Чизбургер вот один и два, а вот это animal style with extra lettuce and tomato. Это будет мой папин onion, мама. И картошка фри. Хочешь попробовать? All right, let's pray and eat the food. Итак, всем приятного аппетита. Лео, вот твой бургер, не отвлекайся. Ням-ням-ням. Вот это ты голодный, да? Are you hungry? Да? Картошечка. Итак, друзья, что у нас есть? У нас есть такой special sauce. Называется spread. Если вы идете в In-N-Out, это секретный такой соус. Его мало кто знает. Его просто не раздают, пока вы не попросите. Его вы смешиваете, spread сюда, вместе с пеппером, и потом вмакаем картошку фри, and it's so good, so good. Extra. Extra animal style. Guess 11 and 17.
bean, please. Интересный факт о In-N-Out'е, что у него на его упаковках написаны места из Библии. Вот, например, Proverbs 24:16, Притчи 24:16, Притчи 3:5, тоже какая-то мудрость. Так, мы все уже покушали. Он, ты наелся, да? Ты наелся? Хорошо? Вкусно? А ты хочешь еще? А я сейчас тебе принесу подарок. Пойдем подарок получим. Yeah, it's like documentary stuff. Can we have some stickers for children? Yeah, absolutely. Actually, привет, Лео, мы покушали. In-N-Out нам подарил подарки. Иди сюда. Смотри, наклеечки. Stickers. Скажи, stickers. И мы будем наклеивать, когда приедем домой, сюда stickers. Берем наклейки сзади и обклеиваем их вперед. А ты уже прямо сейчас уже отклеиваешь, да? Вот эту? Смотри, какая здесь машинка синенькая классная. Значок, люди кушают, солнышко, машинка. Найс! Отклеиваем? Сейчас будем. Давай всех поблагодарим, что вы посетили с нами In-N-Out. In-N-Out обозначает in, внутрь, заехать и выехать быстро. Спасибо, что вы смотрели. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Пока!